Сегодня мы немного отступим от правил и покажем, как будут проходить наши уроки пилотирования, когда вы уже пройдете начальный курс подготовки. Мы теперь поправляем высотомеры, ГИК. Выводи на 75. Проверяем магниты. Все, снимаем со стопором. Хорошо, хорошо, хорошо. Не разбалтывай, не разбалтывай. Все, на себе ручку. Все, отходим назад. Хорошо. Хорошо, хорошо. Доворачивай. Все, высоты больше не набираем на этой высоте. Нормально. Контрольное зависание произвел. Взгляд на приборы, все посмотрел. Карбюратор. Обогрев карбюратора. Совершенно верно. Правильно. Погнали. Птичку не задави. Хорошо, все, от домов уходим. Каждый урок проходит в специальной зоне, где есть возможность, не мешая местным жителям, еще и еще раз отработать многие элементы управления вертолета. Направление, направление тоже. Гаси, 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 гаси. И высоту гаси. Видишь, снижение небольшое совсем. Не поднимай, не поднимай шаг, подожди. Вот. Подгашиваем скорость. И вот теперь начинаем, да, поддерживать шагом и зависаем. Поддерживаем, поддерживаем, поддерживаем. Хорошо. Вот. Все, завис. Сбалансировал вертолет. Вот, посадка. Хорошо, хорошо. Направление держи. Все, хорошо, опускаем шаг. Хорошо. На пяточке? А, нет, нормально здесь. Все, взлетаем. Перемещаемся вперед немножко. Вперед, вперед. Идет вперед и влево, да? Зависаем. Назад. Строго назад. Направление придерживаем. Педали. Зависаем на высоте 5 сантиметров. Ниже, 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 ниже. Еще ниже. Все, вот здесь без касания висим. Удерживаем вертолет. Все, курс выдерживаем. Держи, 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 не смещайся на них, хорошо. Вертолет Робинсон позволяет поддерживать двойное управление, поэтому инструктор в любой момент вас подстрахует. Это очень удобно для обучения. Вертолеты Робинсон для частного использования и для пилотов-любителей – это идеальная машина, просто идеальная. Очень простая достаточно в обслуживании, очень простая в управлении, работает прекрасно там на сотом бензине, и поэтому при наших необъятных просторах Родины использовать для себя вертолета лучше этого вертолета нет ничего. Тут лучше не высотой, а просто подальше отойди и все. От препятствий. Хорошо. И еще раз. Сейчас, правда, гидросистему выключу. За что? За что? Работаем. Ну вот наш урок подходит к концу, и курсант под чутким руководством инструктора выполняет плавный заход на посадку. Хорошо, хорошо, хорошо. Не жмись только, стрекозли. Лучше здесь вот снизь. Снижаемся и потихонечку вперед проходим. Держи педалями, держи педалями. Саш, держи. Куда шаг поддергиваешь? Все, спокойно. Нормально, нормально, нормально. Хорошо, Саш, хорошо, отлично. Нормально. Чуть-чуть на пятки сел немножечко. В целом хорошо. Убираем обороты. Убирай, убирай, убирай. Ура!